Всем привет, это Сарапул Фишинг Клаб. И сегодня мы с вами поговорим о фидере на оснастке. Много вопросов задают. Пашка Шадрин, дублировать сегодня буду для тебя в лучшем качестве, не то что на телефоне. Вот. Из чего состоит оснастка для ловли на фидер? Сегодня разберем один из видов спортивных снастей. Это, соответственно, фидерное удилище, катушка по размерностью от 3000. Я же использую 4000, и недавно у меня вот появилась 5000-ная мясорубка. В качестве основной лески плетеный шнур. Почему плетеный шнур? Потому что он менее растяжим и лучше передает нам даже малейшие поклевки. Вивертип нам все это дело отыгрывает. Дальше. Ловля зачастую происходит на бровке, и при вываживании мы минуем галечник, ракушку и так далее. Плетеная леска все это дело переносит плохо, поэтому будем использовать шок-лидер. Что же такое шок-лидер? Шок-лидер – это кусок монофильной лески длиной равной 2 удилища. То есть, если удилище 4 метра, соответственно, 8 метров шок-лидера нам понадобится. Диаметр плетеной лески основной у меня в данном случае 0,12. Почему не ставлю толще, чтобы исключить парусность, меньше нашу кормушку сносит, и это позволит нам использовать более меньшие веса для ловли. Шок-лидер же буду использовать диаметром 0,28. Как все это дело вяжется вместе? Будем использовать узел под названием морковка. Берем нашу монофильную леску, или, как говорит шок-лидер, делаем на нем обычную петлю. Вот она, обычная петля, до конца ее не затягиваем, оставляем. Через петлю пропускаем наш плетеный шнур, делаем запас сантиметров 15-20, придерживая петлю для предотвращения затягивания, и держим здесь же плетенку, начинаем обматывать вокруг шок-лидера. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, ну, допустим, 11. Дальше. Последний виток. Зажимаем пальцами и в этом же направлении, только в обратную сторону, делаем те же витки. Раз, два, три, перехватываемся, три, четыре, пять, шесть, семь. Пусть будет семь. Так как узел называется морковка, он будет иметь конусную форму, поэтому в одну сторону витков должно быть больше, чем в обратную. И свободный конец, так скажем, нашей плетенки продеваем в ту же петлю, но в обратную сторону. Наоборот. Вот, что у нас получается. Здесь просто намотали мы, петля свободная, мы ее смачиваем. И затягиваем один конец плетенки, берем второй конец плетенки и начинаем постепенно их затягивать. Один, другой. Подтягиваем оба одновременно. В то же время по очередности контролируя наш узел. Периодически можно его поправлять. Поправили, снова тянем. Еще раз проконтролируем затяжку нашей петли. Затянули. Что получается? Получается конусный узел. Морковка. Узел довольно-таки прочный. Все остатки обрезаем. Не обязательно делать это под корень для надежности. Ставим миллиметр. Они нам никак не помешают. При забросе, так как узел конусный, он у нас свободно проходит через кольца
и ничего не травмирует. Шок-лидер привязали. Переходим непосредственно к монтажу. Сегодня мы будем использовать спортивный монтаж под названием Inline. Именно тот, который требуется для участия в соревнованиях. Вот, для этого нам понадобится вертлюг с карабином. Вертлюг со слегка сплющенным ушком, чтобы не соскакивал он у нас с нашего стопора. Что мы делаем? Мы берем наш вертлюг, продеваем его на шок-лидер. Забываем про него. Берем стопорок. Фиксируем его на нашей леске. Отодвигаем подальше. Берем запас сантиметров, так 10-20. Делаем петельку. Можно без петля, за обычную петлю сделать. Вот петля. Сейчас нам надо сделать отвод. Как это делается? Берем и начинаем скручивать друг к другу в противоположных направлениях. У нас получается вот такая вот скруточка. Длина скрутки должна быть больше длины используемой кормушки. Вот скрутку сделали. И для того, чтобы наша скруточка осталась такой, какая она есть, мы здесь на конце вяжем петлю, восьмерочку, фиксируем. Оп! Все это дело затягиваем, лишнее убираем. Получилась вот такая петля, так называемый отвод. Как мы видим, у нас получается плавающая конструкция. Сейчас для наглядности прицепим сюда кормуху. Вот, и смотрим. Вот такой у нас получается монтаж. Сюда мы будем крепить наш поводок. И у нас ничего не путается, как бы я ни крутил, что бы я ни делал. Даже если что-то у нас тут таким вот образом намотается, одним движением все это выправляется, получается плавающая конструкция, простая, легкая. Ну и осталась завершительная часть нашей оснастки, это поводок. 0.1, 0.12, 0.14. Сегодня вот будем использовать 0.14, потому что лещ он такой мощный, может быть. Вяжется это все дома. Такая мерная линеечка у меня на столе наклеена. Привязываем крючок. Дальше. У нас же здесь есть линейка. За край стола держим крючок. Допустим, буду вязать поводок длиной 50. Вот у меня 50. Огибаю через палец. Беру петли вяз. Раз, два, три. Затягиваем. Можем. Отстегаем. Тем самым получаем вот такие поводок. Далее берем нашу отводную петлю, которую мы с вами делали. И петля в петлю все это дело продеваем. Да что такое? Оп. И оп. Таким образом мы получаем готовый монтаж с поводком, который не путается. Но бывает, конечно, исключение, но все это дело скользящее. Кормушка падает на дно, либо клюет, все это дело двигается. Дин-дин-дин-дин. Ну а на этом все. Увидимся на рыбалке.